Для приготовления чизбургеров нам понадобится булочки для чизбургеров, майонез, кетчуп, маринованные огурцы, котлеты для чизбургеров, плавленый ломтевой сыр. Булочки разрезаем на две половинки. На каждую половинку булочки намазываем кетчуп и майонез. Поверх намазанных кетчупа и майонеза выкладываем тонко нарезанные маринованные огурцы. Поверх маринованных огурцов выкладываем горячие котлеты. Сразу же на горячие котлеты выкладываем плавленый ломтевой сыр. Еще можно добавить нарезанные тонкими ломтиками помидоры или огурцы. Сверху каждую булочку закрываем второй половинкой. Чизбургеры готовы. Заворачиваем отдельно каждый чизбургер в полиэтиленовый пакет и убираем в холодильник. Перед употреблением разогреваем в микроволновке. Такие булочки хранятся несколько дней в холодильнике. Приятного аппетита!